Всем привет, с вами Леви Геймс, это Roblox Tower Defense, и это турнир Бесплодной Земли. Люди, сегодня у нас с вами, смотрите, какая команда, знаете, как она называется? Команда Нубики. Давайте я их представлю, но тут представлять будет, конечно, очень сложно. Посмотрите, как они выглядят, как настоящая крутая команда. Давайте вот этого нуба, который слева, представим. У него 169 уровень, 3HZ34, ник и так далее, цифры пошли. Дальше смотрите, нуб справа, давайте посмотрим. Это у нас 404 уровень, вы видели, 404. GHJ, в общем, я не знаю, как правильно читать. Короче, это тоже нуб, потому что здесь они все нубы. Это реально нубики. И капитан команды, нуб цветной, так назовем его. GG называется не будет у него ник. 156 уровень. Ну что, люди, давайте посмотрим, как эта команда нубиков справится. Ну что, люди, понеслась. Давайте посмотрим, на что нубики способны. Смотрите, что начинают. Сразу один начинает фармить. Это капитан команды. Все фармит, остальные пока ничего не делают. Посмотрите, ничего. А нет, все фармят, все. Вы видели, все фармят. Это новая тактика, люди, никогда еще такого не было. Все фармят. Посмотрите, сколько здоровья у базы. 422 здоровья, понятно почему. Смотрите, не волнуйтесь, люди. Капитан их поддерживает, да. Я не могу разобраться, кто-кто. Ну да, скорее всего, здесь капитан поддерживает свою команду. Говорит, не волнуйтесь, правильно, не переживайте, парни. Скипают на 40 секунде, все скипают. Посмотрите, как у них быстро идет скип, все вроде бы хорошо. Сразу скипают, один не скипнул, вот сейчас один скипнул, все хорошо. Они фармят, люди, первый раз используют такая тактика у нас, я думаю, будет круто. Давайте, приготовьтесь, возьмите с собой печеньки и все остальное, я думаю, игра будет долгая. Так, смотрим дальше, смотрите, у них здоровье ведь огромное количество, поэтому они реально могут спокойно себе фармить, все втроем, и не переживать вообще, просто даже не переживать. Так, люди, на вопросы не отвечаю, потому что я комментирую, так что не переживаем. Смотрите, они проходят, эта волна тоже проходит, сейчас уже быстро скипнули опять и ждем третью волну. Третью волну, я думаю, они также будут пропускать, и можно свободно фармить, как минимум, я думаю, до шестой волны, это как минимум. А то даже, может быть, точнее, до седьмой можно вот так. Ну, в общем, сейчас посмотрим. Самое главное, посмотрим, как они будут действовать. Люди, уже тактика необычная, первый раз такую тактику используют. Посмотрим, к чему это приведет. Пока все офигенно, потому что, представьте, они все втроем фармят. Это же реально круто. Просто все фармят. Так, скипают, смотрите, все, быстро скипают. Сразу они моментально получаются на седьмой волне деф. Видите, вот, до седьмой. Я же говорил, они тренировались, люди. Я знаю, что они точно тренировались. Поэтому они уже все просчитывают. Посмотрим, как они смогут сыграть или нет. Все-таки так же, как на тренировке. Участвовать в турнире и на тренировке — это совершенно две разные вещи. Дальше смотрим у нас. Пока все, значит, идет по плану, тихо, спокойно, можно расслабиться как раз таки в это время. Люди, как я и говорил, можете, в принципе, кстати, прожать лайк, подписаться на канал, если еще этого не сделали. И, соответственно, заварить себе какой-то чаек, взять печеньки, приготовиться к самой настоящей битве. Сейчас такое начнется, я представляю, потому что первый раз используется такая тактика. Смотрите, как много они фармят. Просто в огромном количестве. Смотрите, они фармят прямо в центре, не переживают за это. Один только фармит вот здесь вот сбоку, двое фармят прямо в центре. Значит, здесь они ставить особо ничего не будут. Это уже какая-то будет мега-супер тактика. Просто что-то нас ждет интересное. Пока пятая волна, она быстро проходит, начинается шестая. Здоровье у базы также еще пока дофига. 234. Это просто огромное количество, людей. Ну потому что, считайте, у них очень много хп, уровни большие, поэтому хп очень много. Так, здесь один, смотрите, капитан, вот так вот это он молится богам, смотрит вверх. Давайте посмотрим, может быть, что там такое. Да, он смотрит что-то в небеса. Здесь они проходят, правильно, шестая волна. На седьмой будут дефы, потому что на седьмой уже опасно пропускать, потому что там уже по 16 здоровья может не хватить. Все, на седьмой волне деф. Вот сейчас как раз-таки седьмая волна начнется, они начинают дефать. Давайте посмотрим, что первое будет, что они поставят. Пока все равно еще фармят. Смотрите, фарм идет пока большой. Поставили два дробовика. Тут же одного первого уровня прокачали, второй пока нулевого. Все, ждем, пока два дробовичка всего лишь получается хватит. Ну да, в принципе, смотрите, у них нормально. Смотрите, должно хватить, да. Но может быть еще, конечно, лучше дробовика прокачать хотя бы до второго уровня. Но я думаю, они это сделают на 40-го. Они быстро скипнут и прокачают по-любому, потому что да, 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 100%. Смотрите, сейчас идет прокачка. Смотрим, смотрим. Так, так, второй уровень будет прокачка или нет. Должны они прокачать. Да, второй уровень, правильно. Здесь пока первый, второй. Все, прокачали. Два дробовика второго уровня. Как мы с вами и думали, все нормально. Здесь идет как раз-таки бой хороший. Почему это все они сделали так быстро? Потому что, что можно было убить. Первый уровень не справились бы, очень много хп отдали. А сейчас они, получается, вообще практически всех уничтожили. И это круто, люди. Просто круто.
Он весь кип, они, видите, они еще, они не просто хотят победить, они не хотят пройти, точнее, дальше, они хотят победить, походу, и хотят победить на время, это будет просто мега-бомба, видите, сразу видно, ну, команда нубики, что вы хотели. Смотрите, у них, кстати, клевые скины, мне так нравится, что у них клевые скины, все в одном стиле, все как у нубиков, классно, просто здорово, люди. Пока, смотрите, один человек до сих пор ничего не ставит, все это время фармит, он, наверное, фармит либо на миниган, либо на что-то еще, ну, скорее всего, на миниган, да? Получается, здесь, смотрите, два дробовика, также все, пока все это время хорошо идут, до 9 волны, считайте, все, они справляются, у них 155 еще здоровья, люди, вообще нормально. То есть они, в принципе, без проблем могут это пропустить, они скипают и начинается 10 волна, здесь выходит на 10 волне. Босс, смотрим, что будет. Будут ли они что-то ставить или не будут. Так, давайте. Да, поставили. Они сами ставят. Сани второго уровня. Вот это да, нормальный поворот, люди. Нормально. Это почему такой поворот? Это для босса. Сейчас, наверное, они прокачают. Они, наверное, скипнут и прокачают его до третьего уровня для того, чтобы он замораживал босса. Я думаю, это так, чтобы дробовики могли нанести большой урон. Да, давайте посмотрим, как это будет. Так, апните дробовик, пишет командир, скорее всего, да? Да, командир как раз пишет, что апните на 11-й волне. Давайте посмотрим, как раз таки произойдет. А сейчас как раз до 3-го уровня, да. Здесь капнули, здесь пока не апнули, здесь тоже пока не апнули. А, не хватает денег, скорее всего. Ну, здесь все нормально, все равно, смотрите, нормально. Один дробовик хватает, вполне хватает. Вот они апнули здесь, два дробовика 3-го уровня, и здесь сани 2-го. Всего хватает, без проблем вообще. Просто и скипаем все волны. Вы представляете, какая у них заявка на победу? Это просто жесть. Смотрите, как проходят. Быстро, здесь все хорошо. Идут, все вроде бы. Сани второго. Пока не прокачивают третьего, все вроде бы нормально. Значит, не хватает. Дробовики третьего вообще справляются легко с этой волной. Теперь выходит босс на 12 волне. Получается, они тоже легко справятся с боссом. Все будет, в принципе, круто. Фарм идет полным темпом. Вы посмотрите, как уже. Это командир, капитан команды. Посмотрите, что он уже нафармил. У него уже 4 фермы 3-го уровня. Просто жесть какая-то. Они фармят в огромном количестве. Здесь чуть-чуть поменьше, потому что они ставили дробовиков. Командир в это время фармил. Поэтому так у нас с вами 13-я волна. Теперь посмотрим. Давайте 3-го уровня дробовики. Как они ставятся или нет, они будут кого-то еще ставить. Они, да, поставили еще один дробовик 2-го уровня. Они усилили оборону против как раз-таки невидимок. Три должно хватить. 3 дробовика, тем более здесь 3-го уровня. 2 дробовика, 1-2 должны справиться. Давайте посмотрим, пока они издалека дробовики стреляют. Не такой урон наносят, поближе подходят. Здесь получается, пошла. Есть, они легко справляются, просто легко. Они, видите, на всякий случай все равно поставили дробовика еще одного 2-го уровня для того, чтобы... Так, скипаем все волны, лучше, все лучше. Поддерживает капитан, вы посмотрите, мощно. Блин, как же круто. Капитан поддерживает свою команду, просто офигенно, они тащат. Это реально, это просто про, люди, классно. Офигенно, посмотрите, здесь тоже получается 3-го уровня фермы, уже все хорошо. Здесь у капитана уже все, ферм практически все, скоро фермы будут, получается, сколько у него? 6 ферм 3-го уровня, все хорошо, все супер. Здесь тоже получается уже 3-го ферма, 3-го, вы посмотрите, они уже все дофармили практически до самого, там до 3-го, я не знаю, будут они дальше идти или нет, до 4-го, но я думаю, может быть и там хватит им. Смотрите, здесь 2 босса, давайте посмотрим, здесь у нас получается самки 3-го уровня, он как раз босса замораживает, все легко, смотрите, просто легко, еще дробовик нужен, поставили еще дробовик, сразу, тут же, смотрите, молодцы, вообще, команда, просто, вы посмотрите, бомба, здесь дробовик тоже 2-го уровня, 3-го, 3 дробовика, получается, еще одного дробовика поставили, здесь не хватает до 2-го, он пока не видит их, но, тем не менее, эти дробовики справляются, все без проблем, вообще, они не теряют ни одного хп, просто жесть, вы посмотрите, еще поставили сразу сани, посмотрите, тут же сани 2-го уровня, еще один нулевого уровня, сразу джей со всех сторон, и еще одни сани, просто, вы посмотрите, они делают упор на сани. Я понимаю, для чего они здесь начинают замораживать. Посмотрите, в самом вот здесь вот, в самом начале, до всего, они как раз-таки делают так, чтобы на всякий случай, если выпадет какой-нибудь босс, сани могли заморозить. Вот как здесь, например, смотрите, босс скипает, и ничего страшного здесь, потому что есть заморозка, и тут же видели, сколько боссов, вы видели, люди, у них 4, по-моему, босса выпало, легко разобрали, знаете почему? Потому что сани здесь 3-го и 3-го они поставили, они замораживают здесь, а дробовики как раз-таки в этом месте весь урон вносят полностью сразу в этих всех. Просто жесть, диджея, будут ставить диджея, посмотрите, поступила команда на поставку диджея, давайте посмотрим, поставят они его или нет. Пока происходит полная жесть, люди, просто мощный, пока, на данный момент, самый мощный, это просто самый мощный бой, давайте, вот, все, пошел, смотрите, пошлите, командиры, пошли, а, пошел, смотрите, как они обезопасили себя на 17-й волне, люди, вы посмотрите, вот как нужно безопасность, прежде всего, когда делают, поставили миниган и тут же поставили диджея, все, посмотрите, как они слаженно работают, еще один миниган, просто бомба, нечто, фармят в огромном количестве, они все дофармили уже, походу, все фермы 3-го уровня, практически, все супер, они, смотрите, как обезопасились, они поставили командиров, сразу 3 командира, постоянно будут скипать, это сразу видно, что про, потому что скипают без остановки, они, смотрите, обезопасили себя от того, чтобы...
всякая случайность не сыграла, им ведь им просто наплевать на случайность. Вот сколько боссов им бы выпало, они себя обезопасили, потому что у них все для этого есть. Они полностью подготовили оборону для безопасности. Это самое главное, видите, как круто, все хорошо, потому что здесь сани у них замедляют, здесь миниганы расстреляют, здесь у них идет тут же буст всего, и дробовиков, и всего. Но здесь немножко не достает до дробовиков, но, наверное, потом командир будет доставать, когда диджей уже прокачает. Давайте смотрим, диджей уже третьего уровня, вы посмотрите, диджей уже третьего уровня, 19 волна, сейчас будет 20, она вроде бы сложная, но с другой стороны, у них дробовиков целых огромное количество, смотрите, третьего уровня, просто жесть. И, в принципе, у них есть заморозка, здесь побольше заморозка, здесь поменьше, но, тем не менее, давайте посмотрим. А, вот еще как, смотрите, с этой стороны 20 бежит, давайте смотрим, как они будут. Здесь все, пошла заморозка, один удар, все, под бустом, они просто элементарно уничтожают все, им просто, вы видели, как они обезопасили себя, просто бомба, люди. Могу только поаплодировать, команда вообще нубики просто отлично делает. Пока идет вообще отличным, в хорошем темпе, в огромном, они все скибают, продолжают, никаких проблем. Так, давайте смотрим, 21 волна, что у нас тут выходит, у нас опять выходят быстрые, побегут и немножко случайных. Случайные могут опять же выпасть, кто не знал, вот эти падшие могут выпасть, поэтому сейчас миники апаем до третьего уровня. Посмотрите, все, командир руководит, все классно, молодец, и поддерживает, и руководит. Давайте смотрим, так, здесь главное, чтобы никакая случайность не выпала. Здесь вроде бы, но они, видите, они под всю случайность, они подготовились для любой случайности, потому что у них идет буст, у них есть тут же сани 4 уровня, здесь уже, посмотрите, здесь 3, здесь пока 2, здесь тоже 4, они с двух сторон поставили 4, для того, что на всякий случай, тут же, смотрите, да, на босса, они сразу уже на 24 волну нацелились. Здесь видят, что все у них хорошо, поэтому сразу уже думают наперед и думают о 24 волне. Так, смотрим, здесь у нас что? Здесь она, то у нас просто пока выходит один большой босс, я думаю, здесь для них проблемы не будет, но тем более он еще дойдет. Я не знаю, они, наверное, будут сразу скипать или ждать, пока босс дойдет. Давайте посмотрим, что же будет. Так, апни мини до третьего, пишет командир. Так, так, смотрим, здесь пока мини у них второго уровня, хотя до третьего, потому что босс-невидимка будет плюс дробовики. И, в принципе, они как раз-таки для этого готовятся. Давайте посмотрим, так, здесь что у нас? Так, апни, апни, все, апнули, апнули. Есть, апнули миниганера до третьего, они пропустили, босса ждать не стали вообще. Вы посмотрите, они идут на скорость, здесь падши выходят. Сейчас посмотрим, как они разберутся с падшами. Так, что у нас происходит? Ну, здесь все супер, посмотрите, они обезопасили себя, здесь все отлично. Просто дают молотом со всех сторон. Так, 23, здесь, наверное, будет опять скип, да? Да, они опять скипают, посмотрите, они скипают для того, чтобы этот босс не дошел вперед. Чтобы по нему не начали бить, чтобы этот был невидимка, вот здесь где-то находился, и уже по нему была атака. Я думаю, что так для этого они и делали. Давайте смотрим. Здесь пока ничего, здесь пока бегут падшие. Смотрим, босс-невидимка. Здесь с падшими не должны расправляться. И давайте посмотрим с боссом-невидимки. Вот он как раз здесь выходит, на первый план выходит. И все огонь по нему сосредоточили. Но нет, все, да, вот сейчас весь огонь по нему. Дробовики стреляют, миньян. Все, быстро они его уничтожили, моментально вы видели, они просто успели там увидеть босса. А знаете почему, походу, потому что здесь они больше сами поставили специально для этого босса. Просто это бомба, люди, это мега. Посмотрите, они уже командира прокачали, получается, за третьего. И здесь диджей пока также третьего уровня. Уже командир 1-4, все отличненько. Здесь идет также борьба пока с падшими. Все, этих падших уничтожает. Миниганер еще один третьего уровня. Все вроде бы отлично. Здесь все дробовики четвертого, уже дробовик. Здесь, точнее, четвертого уровня. Два дробовика. Здесь пока все так же третьего. Здесь, посмотрите, еще один миниганер до четвертого. Четвертого уровня уже миниган. Все отличненько. Они начинают. Так, смотрим дальше. Что же будет? Они будут кого-то еще использовать. 25. Сейчас 26. Все, на 30 волне, они фермы прокачивают, смотрите, пошла прокачка ферм до 5 уровня, все-таки прокачивают. Здесь, смотрите, выходят быстрые чуваки, очень, которые эррор. Смотрим, как не справляться с ними, так, смотрим, никто не проходит, вы видели. Это было опасно, но никто не проходит, вообще, они доходят максимум вот до сюда, в принципе, дальше даже никто не проходил. Потому что, опять же, видите, это все из-за тактики, еще одни выходят, так, смотрим дальше, как они будут действовать с этими, здесь пока попадают бусы. Так, они забыли забустить, есть вот сейчас буст пошел, все начинается. Все, и молотом, все отлично, они справились легко. Конечно, чуть-чуть не забустили, совсем чуть-чуть один разочек. Уже 4 уровня, тоже еще один командующий. Все хорошо, уже диджей, кстати, диджей 5 уровня. Все, они прокачали на максимум диджея. Теперь все у них будет со скидкой. Обзор просто огромнейший. Будет этого хватать, просто отлично. Давайте смотреть, 28 волна. Люди, просто жесть. Кому нравится эта команда, люди, ставьте обязательно лайки. Не забывайте поддерживать, пишите в комментариях, как они играют и вообще. Ну, вы это увидите уже, когда они доиграют до конца и посмотрите вообще, где будет у них конец. Здесь, смотрите, 5 уровня прокачали. Они прокачали сани до 5 уровня. Вот здесь, с этой стороны, видели, они даже бьют, не видят, куда. Они просто бьют эти сани. Они даже просто не смотрят на соперников. Вы посмотрите. Они просто не смотрят. Они просто, видите, спиной стоят и бьют. Что это такое? Это вообще нечто. Так, здесь пока все вроде бы нормально. Здесь прокачали, нет, пока 4 уровня. Здесь пока 3 сани. И здесь 5. Просто жесть. 2 5, это просто отлично.
Так, миники апай, все, поступила команда апать миники. Здесь они уже поставили, все, пошли, пошли рейнджеры. Рейнджеры уже третьего уровня, сразу тут же прокачали. Здесь, смотрите, уже человек прокачал все полностью. До пятого уровня все фермы. Здесь пока еще прокачка с этой стороны не полностью закончила. Но если прокачка была там, всех до пятого уровня пошли миниган, миниганы пошли со всех сторон. Здесь они бьют, посмотрите, со всех сторон бьют. 29-я волна, они скипают, сейчас выйдет танк. Вы посмотрите, что там, что будет дальше. Так, 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 здесь, здесь, здесь. Так, смотрим, рейнджеры, еще поставили рейнджеров. Все рейнджеры пока третьего уровня. Давайте посмотрим, пока не будут стрелять. И не нацелены на сильного или нет. Или поставили просто все на первого и стреляют по первому. Так, тут пока происходит все вроде бы нормально. Да, они на сильного, видели? Они, по-моему, на сильного нацелены. Давайте посмотрим. Так, 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 сейчас выходит босс. Смотрим, смотрим. Так, так, смотрим. 6000 хп, 6000 хп у него. Просто огромное количество. Нет, они пока нацелены на первого, ладно. Потому что они стреляют по первому, значит, все нормально, чтобы... Так, давайте смотрим, хватит ли у них сил. Так, здесь идет буст, все, вот они его задержали. Все просто супер. Сами для этого и нужны люди. Вот и бомба, видали, они просто уничтожили танк. Мощнейшая команда. 4 уровня у них тут стоят. Здесь 5-го сани стоят еще. Они практически больше миников, говорит командир. Все, сейчас будет как раз-таки больше миниганов. Смотрим, что еще происходит. Блин, 30-ю волну они прошли, люди. Это пока вообще просто супер. Танк уничтожили, никаких проблем особых не было. Больше миников хотят ставить. Тем не менее, они еще поставили кучу рейнджеров. Рейнджеров просто огромное количество. Сейчас, смотрите, они пока просто уничтожают все издалека. Они скипают, они продолжают скипать, люди. Продолжают скипать, вы видите? Это мощь, это просто офигенная уверенность. Так, они здесь поставили пироманта. Пироманта, люди, пироманта используют. Это про. И здесь они поставили пироманта. Вы знаете, для чего они ставят пироманта, люди? Кто не знал, кто говорит, они что-то там ускоряют или что-то делают. Так, выходит танк. Давайте сначала посмотрим, потом расскажу про пироманта. Да, блин, про пироманта я уже сам даже заговорился. Вы видели? Так, удар, удар, еще удар. Здесь быстренько. Они убрали дробовиков. Убрали дробовиков, поставили везде мини. Это просто бомба. Люди, знаете, для чего они ставят? Для того, чтобы снять половину брони у всех. У всех чуваков вот этих здоровых, половину они снимают, кто не знал, на третьем уровне. Вот они прокачали как раз-таки до третьего уровня, сняли половину брони у каждого босса, поэтому им намного проще их убивать, просто намного проще. Люди, пироманты используют только профессионалы, знаете об этом. Когда заранее, опять же, нужно знать, где его использовать. Видите, они делают тогда, когда никто почти не стреляет. То есть здесь, даже если будет ускорение каких-то зомбаков, наплевать, потому что они ускорятся буквально вот только до сюда, и все. Здесь они уже пойдут со своей обычной скоростью, и как раз-таки нос пониженной броней. И с этой стороны все то же самое, соответственно. Поэтому они будут еще больше просто лупить по ним, а у них скорость будет, считайте, обычная. Все классно, поэтому будет просто супер. Посмотрите, они прокачивают рейнджеров всех до третьего уровня. Все идет пока отлично, уже этот рейнджер 4 уровня. Здесь куча миниганов, они убрали, считайте, убрали полностью дробовики, поставили кучу миниганов. Сейчас они будут ставить 4 уровня, пока ждут, здесь начинают, здесь пока не скипают, пока вот сейчас скипают, так, 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 скипать, все, они пока думают, скипать или нет, видите, они чуть-чуть подождали. Знаете почему? Потому что здесь могут выпасть непонятно кто, здесь огромное количество, здесь уничтожают, посмотрите, насколько легко уничтожают гигантских боссов. Просто супер. Здесь опять же, смотрите, все, пироманты идут, все отличненько, они поджигают, все используют меру. Посмотрите, пироманты именно третьего уровня. Дальше не качают, чтобы не тратить деньги. Именно так, чтобы снять броню. Все, больше они ничего не делают. Все поэтому отлично, посмотрите. Все, бронюшку сняли. Всю броню. У них, видите, осталось 20% от брони. Это просто отлично. Просто мега бомба. 34-я волна. Все вроде бы хорошо. Теперь вот здесь, вот самое главное, здесь единственное, что вот кто выпадает, не успевает пироман снять, ну ничего страшного. Хотя бы в большей части. Так, давайте смотрим. Здесь нормально. Здесь уничтожаются эти боссы. 35-я волна уже. Вы посмотрите. Так, выходит. Смотрите, вот этот чувак как раз выходит. Тамплиер, который его даже не перевели на русский. Представляете, насколько он мощный. Теперь зато пиромант его подожжет. Он успеет его подожжечь или нет? Он должен его поджечь. Давай, поджигай. Сейчас он его, да, как раз таки снял броню, потому что у него очень много брони. Здесь все, считай, она снята. Он самый как раз таки вредный чувак. Они уже почти его уничтожили. Они его уничтожили. Да, он не успел подойти. Вы видели, это просто нечто. Просто офигенно. Теперь давайте смотрим. Рейнджеры уже начинают прокачиваться до 4 уровня. Здесь рейнджер уже 5 уровня. Вы посмотрите. Пока просто бомба, просто нечто. Начинает издалека уже бомбить. Все, уже даже никто не подходит. Здесь просто стоят. Все отлично, посмотрите, здесь ставят рейнджеров. Со всех сторон уже прокачка до 4 до 5 уровня рейнджеров. Просто отлично. Они уничтожают уже на входе. Вы посмотрите, это все опять же за счет диджея. Они видят издалека, все супер. Давайте посмотрим, что еще. Здесь выходит танк. У него уже половина хп. Вы видели, у танка уже половина хп. Это просто жесть. Все, он уничтожил. Он просто уничтожил. Пыль.
превратили в пыль. Здесь все взрывает. Вы посмотрите, здесь выходит как раз-таки босс-призыватель. Они уже его сейчас должны уничтожить. Вы посмотрите, он ничего не успевает сделать. Просто абсолютно он вызвал только одного чувака, и все, и все. Он только успел чуть-чуть вызвать, и больше ничего. Это просто нечто. Давайте смотреть дальше, кто выходит. 37-я волна, пока иду. Ну бы лучше, да, ребята тащат. Вы посмотрите, классный, командир поддерживает. Красавчик, просто офигенно. Посмотрите, так, здесь они всех уничтожают даже на выходе. Просто не успевают, вы посмотрите, только вот эти успевают. Видите, теневые боссы, почему? Потому что пока рейнджеры по ним не стреляют. А остальных всех уничтожают еще просто на подходе. Это просто отлично, вы посмотрите, 37-я волна. Они так справляются, потому что офигенную тактику придумали. 4-го, походу, уже все практически рейнджеры 4-го уровня. И немножко осталось 3-го, остальных уже прокачали уже до 4-го. Здесь 5-й уровень, все отлично. До 5-го, здесь, считайте, смотрите, два босса-призывателя выходят. Здесь уничтожили его просто. 38-я волна, посмотрите, они продолжают скипать. Они просто скипают все подряд. Все у них прокачано, осталось только, получается, прокачать рейнджеров. Рейнджеров на максимум прокачать. Все отлично. Все, да мы выиграем, соберитесь, все нормально, посмотрите. Супер просто, вот это нубики, вот эта команда. Посмотрите, как классно, они уничтожают всех просто на входе. Здесь начинается, здесь просто скучают. Скучают сани, скучают миниганы, они просто ждут. Они просто скучают и ждут. Здесь уже пошла прокачка, смотрите, рейнджеров 5-го уровня. Здесь тоже 5-го уровня уже практически большинство прокачало. Так, здесь, смотрите, опасная более-менее волна. Почему? Потому что здесь уже могут вот такие вот падшие герои выходить тайные. Но здесь тоже у них брони огромное количество. Для этого именно нужны пироманты люди. Они снимают огромное количество. Они как раз и снимут у этих боссов, которые с копьями уходят. Как они называются, я вам скажу, когда уже на 40-й волне они выйдут. И вы увидите, насколько они много снимают. У них 90% ПП, а пироманты им до 45 снимут. Это просто жесть, считайте. Здесь еще ставят так, что рейнджеры у них не закончились. Еще места есть, еще 4-го уровня тоже есть. Все нормально, здесь вроде бы хорошо, 39-я волна, считайте, идет, скоро уже 40-я. Посмотрите, они тамплиеры сейчас, все, тамплиеры, главное уничтожили тамплиера. Сейчас этих падших героев уже, я думаю, быстренько добьют. Давайте смотрим, да, они добивают быстро, достаточно. Но здесь, смотрите, вот он выходит тоже, у него, считайте, все нормально, броня снимается, они быстренько здесь тащат, там тащат. Здесь пока не скипают, потому что здесь 39-я волна, она более-менее опасная. Все равно решили скипнуть, почему? Потому что, походу, уже все, практически всех добили. Остался только вот этот чувак, его сейчас быстренько добьют, и все, пошли падшие герои. Пока выходят один за другим, сейчас еще пойдет тамплиер. Вот он вышел с этой стороны, здесь немножечко, не успел немножко снять ему брони. Пиромант, потому что его оглушили, сейчас он начнется и тут же начнет ответную реакцию. Они даже просто и броню не нужно было снимать, потому что пиромант даже не понадобился. Они его уничтожили прямо так, посмотрите, прямо на входе это делают. Это просто бомба, просто отлично, уже все прокачанные получается до 5-го уровня. Нет, людей еще осталось 4-го. Вот они вышли, посмотрите, вот посмотрите, у них 80% КП, 80. Здесь как раз таки будет пиромант, он их просто, смотрите, так, они все, он убрал, чтобы босса не ускорять. Здесь не убирает пироманта, у него, считайте, он не успел тоже, посмотрите, его глупили, они так уничтожают, вы видели, просто, падшего стража они просто уничтожили заранее, убрали пиромантов для того, чтобы не ускорять, все, они начинают дальше стрелять, здесь вроде бы 150 тысяч у падшего короля, здесь осталось немножко парочку, я знаю, они все сосредоточат на этот удар, все, сосредоточили удар, здесь, сюда. Сюда идет, смотрите, вся мощь идет, огневая сюда, здесь постоянный буст, все отлично. Так, они ставят больше миниганов или нет, пока не ставят, так, здесь немножко, смотрите, падший король оглушает, огромное количество рейнджеров он оглушает, все вроде бы, да, не пишут ГГ, но пока нормально, смотрите, пока, все, они начинают ставить миниганов, потому что всех прокачали рейнджеров, получается, нет еще 4-го уровня, здесь осталось несколько, но тем не менее, смотрите, у него 40 тысяч КП остается, все, осталось совсем чуть-чуть, начинают все быстренько бомбить молотом и все, и стрелять, люди. Он топнул, посмотрите, топнул, блин, хорошо, что у них столько есть рейнджеров, посмотрите, как классно, все супер, они победили падшего короля, люди, посмотрите, как можно втроем это сделать. Ну вы просто чемпионы, вы посмотрите, просто красавцы, молодцы, мои аплодисменты, мои поздравления. Они сделали это за 22 минуты и 16 секунд, люди, это просто бомба, это вообще офигенно. Поставьте, люди, обязательно таким чувакам лайки. Пишите комментарии с поздравлениями. Подписывайтесь на канал. Всем пока.